В благодарность за плодотворное сотрудничество. Ежедневно о деятельности наших спасателей и пожарных горожане узнают благодаря работе местных средств массовой информации. Уже по традиции, в конце года в Главном управлении спасательного ведомства ПЯО провели прием журналистов и членов общественного совета при МЧС. За активное и объективное освещение деятельности спасателей лучших сотрудников электронных и печатных СМИ наградили грамотами. Первый заместитель начальника ГУ МЧС ПЯО Роман Бойко поблагодарил журналистов за плодотворный труд и выразил надежду, что в будущем году связи сотрудничества будут только укрепляться. Хотел выразить огромную признательность и присутствующим здесь людям, и те, кто не смог сюда прийти, за такую поддержку МЧС России и Главного управления по Еврейской области. И сказать самые теплые слова благодарности, наверное, за то, что вы с нами, за то, что все помогаете в нашей работе очень сильно.